Сегодня большая честь стоять на этой сцене и участвовать и принимать участие в этом замечательном концерте. Вы знаете, вот в моей жизни так сложилось, что очень много композиторов разных писали большое количество песен. И я дорожу тем, что в моем репертуаре есть несколько песен, в том числе и о моей родине, замечательной, красивой в Беларуси, которую написал Ким Брейдбург. Это первый мой музыкальный продюсер, который мне помогал очень много. И я горжусь тем, что сегодня в нашей Беларуси есть такие преемники, как Евгений Олейник, который пишет замечательные песни, прекрасные хиты. Также и о родине, и о любви. Юлечка пишет потрясающие стихи. Ну а мы, артисты, будем делать все для того, чтобы эти песни рождались. И чтобы эти песни жили в ваших сердцах. Наташа, Анечка. Звезды перед тобою тускнеют. Нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобно ты вся божеству. Все поем. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная. Целую веселей, опа! И тону в глубине твоих глаз. Это ж моя публика. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. О-о-о! Без остатка все дни и вся ночь лишь тебе посвящаю одной. Веселей! Я тебе ко кресту приколочу. Мой свет неземной, ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная. Необыкновенные женщины Беларуси. Девочки, девушки, для вас! Оп! И все! Необыкновенная, все поем, ласковая, нежная, молодцы, как океан безбрежная, любовь твоя. И вы. Браво! 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 Самые красивые, самые замечательные, неповторимые, милые и необыкновенные женщины
страны. Спасибо огромное за прекрасный букет.